Здравствуйте, почтеннейшие! Сегодняшнее стихотворение о непокорности, неподкупности и упрямстве творческих людей старой закалки. Евтушенко Евгений Александрович. Не умещаясь в жестких догмах, передо мной вознесена в неблагонравных, неудобных, святых и ангелов стена. Но понимаю, пряча робость, я, неразбуженный дикарь, не часть огромной церкви роспись, а церковь роспись и деталь. Рука Ладогу Диашвили изобразила на стене людей, которые грешили, они витали в вышине. Он не хулитель, не насмешник, он сам такой же теркой терт. Он то ли бог, и то ли грешник, и то ли ангел, то ли черт. И мы, художники, поэты, творцы подспудных перемен, как эту церковь Кашуэты размалевали столько стен. Мы, лицедеи богомазы, дурили головы господ. Мы ухитрялись брать заказы, а делать все наоборот. И как собой не рисковали, как не страдали от врагов, богов людьми мы рисовали. И в людях видели богов. Всем спасибо.